Кошелев район быстро развивающийся. Кошелев район молодежный. Поэтому, наверное, приоритет был в этом. Экологически чистый район. Поэтому и живу, и работаю здесь, в Кошелеве. Мне предложили работу в первом детском саду заведующим. Я, безусловно, сразу согласилась, потому что, мне кажется, с детства мечта была работать с детьми. Мы хотим приложить все усилия, чтобы наши дети детского сада, школы имели доступные и секции, и различные кружки, в которых дети бы развивались. И мы стараемся для этого делать, как и в школе, так и у нас большое количество кружков и лекций. Мы очень любим своих детей, и кошельские дети, наверное, для меня сейчас самые родные и самые любимые. Нельзя сказать, что они городские или сельские. Это обычные дети, которым нужно играть, нужно развиваться, нужно улыбаться, надо просто расти и радоваться.